Америку никогда не уничтожат извне. Если мы дрогнем и потеряем свои свободы, то лишь потому, что сами себя уничтожили. Авраам Линкольн. Статус Media and Entertainment представляет. Совместно с Папи Entertainment. Фильм Тимоти Вудварда-младшего. Списанный в резерв. После теракта 11 сентября ЦРУ создало специальный отряд под кодовым названием BT-85 для слежки за американскими гражданами на американской земле. Президент Соединенных Штатов заявил, что деятельность этого подразделения противоречит 9-й поправке к Конституции. В 2015 году президент планирует представить Конгрессу биль, согласно которому спецотряд BT-85 будет списан в резерв. Ну нет, не может быть. Иди сюда, приятель. Эй! Это нечестно. Почему вдруг нечестно? Он жульничал. Не может быть, он никогда не жульничает. А вот у тебя преимущество в весе. Ты слышал? Что за преимущество? Это преимущество? Да, милый. Нравится? Очень симпатичное преимущество. Иди сюда. Ладно. Давай. Фу! Пап! Отстань! Что ты делаешь? Идите в спальню. О, черт. Нет. Прости, сейчас. Это Прайс. Я быстро. Привет, красавчик. Привет, что делаешь? Играешь в мяч с мелким? Да-да. Ладно, слушай, прости, что звоню в воскресенье. Ничего, в чем дело? Есть работенка, надо разобраться. Одна операция провалилась, есть новая инфа, но действовать надо осторожно. Ясно. Обсудим завтра утром, хорошо? Договорились. Ладно, передай привет мелкому. Передам. Ладно, друг, пока. Пока. Спасибо, милая. Ну что, все нормально? Да. Спасибо. Можем начинать. Да. Дорогие сограждане, сегодня в Америке учительница задержалась после уроков с отстающим учеником и помогла поднять уровень американского образования на непревзойденную высоту, к которой мы стремимся уже 30 лет. Предпринимательница распахнула двери своей новой компании и помогла создать 8 миллионов новых рабочих мест, появившихся в Америке за последние 4 года. Автомеханик собрал новую машину с минимальным расходом топлива и тем самым снизил зависимость нашей страны от иностранной нефти. Представители ведущих отраслей промышленности ведут весь мир к лучшему будущему. Настал черед правительства. Как вкусно пахнет! Я проголодался. Со времен Холодной войны наши чиновники поддерживают создание оперативных групп. А он далеко пойдет. Многие десятилетия они следят за каждым нашим шагом. Это нарушение наших прав. Если успеет. Ты такой пессимист? Нет, я реалист. 4 года — это недолго. Но люди любят громкие обещания. Никакие внутренние угрозы не оправдывают ущемления свободы американского народа. И хотя в Конституции об этом ничего не сказано... Кстати, об обещаниях. Гарантировано 9-й статьей Билля о правах. С тебя должок, да? Да, возможно. Пора платить. Пойдем.
Ладно, папочка. Эй, и кстати. Нет-нет, не надо. Ты что, вот у кого Марк этому научился. Я требую обеспечить свободу частной жизни. Ну все, иди помоги ему помыться. Хорошо. Что? Просто смотрю на тебя. Вынеси мусор. Нет. Да. Нет оправданий грубому вторжению в частную жизнь американцев со стороны АНБ, ФБР, ЦРУ или любого другого разведывательного подразделения. Дорогие сограждане, я буду без устали работать, чтобы сохранить свободу частной жизни американской нации. За нами не будет никакого наблюдения. Мы будем в безопасности и дома, и на улице, и в ведении дел. Дорогие сограждане, благодарю вас за внимание. Боже, храни всех вас и храни Америку. Эй, полегче, приятель. Тебе давно пора укладываться. Нет уж. Нет уж? Ты что, издеваешься? Иди-ка сюда, карапуз. Ну все, пора спать. Вот так, мартышка. Засыпай. Но, папа, я не устал. Давай так. Если не скажешь маме, я прочитаю еще одну главу. Обещаешь? Обещаю. Даю тебе честное слово. Сейчас. Значит, еще одну главу. Так, это интересное. Не этого я просил, не на это рассчитывал, когда сказал «хорошо». Можете закопать меня по шею в песок. Ложись спать. Я выключу свет. Авторизация агентов. Стивен Уайт, 20 минут назад. Джек Купер, 3 дня назад. Райан Джейкобсон, 45 минут назад. Уже достала с этим мусором. Как все это понимать? В машину его. Джон.
Иди за женой. Понял. Я ношу Хири. Заберу ребенка. Эй, я знаю, что вы здесь. Я вас слышу. Послушайте, я не знаю, что вам ответить. Отпустите меня! Но сначала скажи нам правду. Я вам не вру. Тебя зовут Стивен Уайт, и ты работаешь на агентство. Меня зовут Джон Найлс. Я продаю страховки, и все. Твою мать! Я рассказал вам всю правду, клянусь богом. Я страховой агент. Что вам нужно? Хватит юлить. Что тебе известно об операции «Складной нож»? Не знаю я ни о каких операциях. Что тебе известно об операции «Складной нож»? Я не знаю, что это! Кто твой связной? Нет у меня никакого связного. Кто твой связной, а? Вам нужен не я. Отвечай на вопрос. Тебе придется ответить. Можем всю ночь продолжать, пока ты не ответишь. Кто твои связные, а? Давай, приятель, ответь на вопрос. Нет у меня никаких связных. Нет у меня связных. Нет связных, да? На кого ты работаешь? Облегчи себе жизнь. Говори. Делай, что хочешь, придурок. Я не знаю, что ответить. Я не слышу ответа. На кого ты работаешь? Не знаю, что сказать. Я страховой агент. Ну, ладно. Понял. Страховой агент, да? Я страховой агент! Продаешь страховки, да? Да, точно! Надеюсь, твоя жизнь застрахована. Я развяжу ему язык. Ты покойник, если не заговоришь. Давай, я жду. Стой, стой, подожди! Я жду признания. Ладно. Ладно. Ты прав. Меня зовут Стивен Уайт. Верно? Я был агентом. Ушел в отставку. Меня выперли из агентства. Я ничего не знаю об операции «Складной нож». Я не в курсе. Я больше ни на кого не работаю, ясно? У меня семья, жена, ребенок и все. Богом клянусь. Милый. Марк, мама, помоги! Марк, Марк, мама! Нет, нет, нет! Мама, помоги! Нет, маленький мой, нет! Что вы хотите, а? Ребекка, послушай меня. Марк с тобой, а? Нет. Послушай меня, ладно? Все будет хорошо. Я за тобой приеду. Ладно? Держись. Я тебя люблю. Ребекка! Теперь ты все понял, Джонни? Да. Не трогайте мою семью. Ты меня понял? Ты мне ничего не сделаешь. Сейчас тебе лучше не командовать, а подчиняться. Мы отпустим твою семью, когда ты кое-что сделаешь. Хоть пальцем их троните, клянусь богом, я вас найду. Не заводись так, приятель. Я вас убью. Не торопись. Только троньте их, клянусь. Подготовьте к транспортировке. Твоя семья. Их жизнь в наших руках. А ваши жизни в моих. Если с ними что-то случится, я вас найду. Из-под земли достану. И убью. Ты меня понял? Ничего ты нам не сделаешь. Thank you.
Номер третий, сделайте шаг вперед. Это он? Нет. Уверены? Уверена. Назад. Номер четвертый, шаг вперед. Это он? Да, он. Было темно. Этот человек залез к вам в окно? Этот. Точно? Точно. Отведите его в допросную. Детектив Уэстон, можно вас? Я сейчас. Прошу прощения. Стреляли с близкого расстояния. У нас 5 тел, а улик хватит на пару сейфов для вещдоков. Черт. Не говорите. Страшно подумать, сколько бумажной работы теперь предстоит. Кто обнаружил тела? Нам позвонили 2 ребят, подумали, что взорвались петарды. Ясное дело, это были не петарды. Ребятам скоро понадобится мозгоправ, да? Наверное. Ты куда? Вернись, я с тобой разговариваю. Какие-то проблемы? Нет. Карл, поправь уже чертов бейджик. Пошел отсюда. Да, сэр. Детектив Уолш. Детектив? Рассказывай. Так, информации немного. ЦРУ еще не приехало. Личности установлены по водительским правам. На основании времени смерти и характера повреждений мы можем составить примерную картину. На этом этапе хватит и примерной. Выкладывай. Вот, тут у нас Джим Ли и Дэймон Ривз. Джим был бухгалтером. Дэймон работал в банке. Бумажник Дэймона не обнаружен. Если предположить, что изначально он у него был, то убийца забрал бумажник с собой. Оружие он тоже взял. Значит, он вооружен. После такой бойни неудивительно. А это Шон Ривз, Майк Пауэр и Мартин Ченс. Шон был учителем, Марк – ветеринаром, а Мартин, ну, медбратом. Ничего себе медбрат. А что тот черный? Это самое интересное. На него ничего не нашли. При нем были водительские права на имя Питера Морриса. Но оказалось, этот Питер Моррис уже лет 10 как умер. Узнаем, когда получим анализы. А парни на стуле что-нибудь известно? Что ж, судя по всему, он в одиночку перебил всех, кто здесь находился. Мы не знаем, кто он такой. Надо исследовать следы крови, мочи и того, что он съел на обед, чтобы это выяснить. Выходит, этого парня жестоко избивали, а он умудрился освободиться, перебить всех 5 и уйти отсюда. Замечательно, закроем дело уже завтра. Черт. Что смешного? Копы отняли у пацанов. Для подростка слишком навороченный. Офицер сказал то же самое. Мы проверили последний звонок. Он в точности совпадает со временем смерти жертв. Кроме того, здесь есть адрес Джона и Ребекки Найлс. Среди убитых никого с этим именем. Вы отправили наряд по адресу? Уже в пути. Сразу высылайте подмогу. Если парнем на стуле был Джон Найлс, у нас большие неприятности. По-вашему, мы имеем дело с операцией под прикрытием? Без понятия, но эти чертовы липовые права меня уже бесят. Уэстон слушает. Прости, прости. Карл, помоги детективу Уолш. Я тебя не слышу, связь плохая. Сейчас выйду на улицу. Подожди. Поезжай к другим воротам, надо выбираться.
Карли, Найлз сбежал. Выживших нет. Ясно. Да, слушаю. Внутри связь барахлила, вот я и вышел на улицу. Мари, там не было связи, но я уже вышел. Все хорошо? Мари, вызывай скорую. Стивен Уайт, британский подданный. Калифорния, Вашингтон, Нью-Йорк. Ты меня удивил, Джонни. Ты в отличной форме. Тронешь их. Клянусь, я тебя убью. После того, что ты устроил на складе, не сомневаюсь. Послушай, Джон, все просто. Делай, что скажут и когда скажут, ясно? Дело не терпит отлагательств. Шутки кончились. Они тебе не нужны. Тебе нужен я. Говори, что я должен сделать. Будем на связи. И еще, Джон, беги из дома. Прямо сейчас. Диспетчер, мы прибыли по адресу 15953 Доусон Лейн. Здесь тихо. Пойдем проверим. Стой. Дверь открыта. Брось ствол! Брось ствол, я сказал! Брось пушку! Оружие на землю! Убери пистолет! Подумай как следует. Какого черта ты делаешь? Что за черт? Не глупи. Подумай, что ты делаешь. Вот, блин. Прошу, капитан. Мы составили подробный план вашего следования. Спасибо, Роджер. Есть информация по BT-85. Она нужна как можно быстрее, раз мы сосредоточились на защите частной жизни. Все будет готово через пару часов. Хорошо. Не видел мои очки? Нет, не видел. Ну ладно. Тогда план следования подождет. Выпьем. Господин президент, 5 минут. Спасибо, Роджер. Давай помогу. Нет, нет. Почти. Как я ненавижу эту показуху. Я знаю. Может, сходишь вместо меня? Ты справишься. Тебе легко говорить. Нельзя, чтобы самый могущественный человек страны явился на показушное мероприятие со следами помады. Почему? Так будет даже лучше. Скажешь тоже. И все же помощь не помешает.
Ориентировка. Джон Найлз. Это я. Встретимся на месте через час. Да. Жду там. Управление полиции Лос-Анджелеса. Послушайте, я же вам объясняю. Этот парень прошел мимо, словно нас там и не было. Даже не заметил. Он держал меня на мушке, мог убить. Он мог прикончить нас обоих. Садитесь. Грин. Уотерс. Это не отменяет того, что куча копов погибла при взрыве склада. Я серьезно, сами подумайте. Если бы он был хладнокровным убийцей, зачем он стал бы с нами драться? Когда мог пристрелить. Боже, у него в каждой руке был пистолет, когда он уезжал. Не знаю. Надо это выяснить. Сэр, на мой взгляд, надо копать глубже, потому что я сомневаюсь, что он убийца. Сейчас он единственная зацепка и единственный подозреваемый. Главный вопрос, кто этот Джон Найлз? Во что ты меня втянул? Мы получили информацию, что готовится покушение на члена правительства. Ты должен был войти в курс дела и узнать их планы. Ты не предупредил о рисках. Я действовал вслепую. Мы не знали всех фактов. Не знали фактов? А теперь погибли люди. А моя семья в заложниках. Ты бросил меня в волчье логово. Прошу прощения, мы не знали про твою семью. Они в курсе, что я с вами? Нет, это невозможно. Я согласился, потому что должен тебе. Ты говорил, риск минимален. Они схватили мою семью, Майк. А это большой риск. Я знаю. Прошу прощения. Закончи операцию и даю тебе слово. Мы спасем твою семью. Тот, кого ты сфотографировал, он у них главный. Дэвид Марино. Это я понял. Кто такой? Он не только умеет убивать, но и любит. На кого работает? На ЦРУ. Издеваешься? Давай в 12. Марина полный псих. Уничтожает всех неугодных. Если он выйдет из воды сухим... Это операция «Складной нож»? Она существовала только в теории. Но президент подписал свой приговор, решил списать ЦРУ в резерв. Теперь им нужен ты. Но почему именно я? Ты идеальный козел отпущения, Джон. Тебя никто не знает. Мне соглашаться? Да, но мы тебя прикроем. Они бросят меня одного. Оставят на этой чертовой крыше, Майк. Джон, ты должен взять себя в руки. Вопрос с твоей семьей мы решим. Тебе главное не светиться. Если что-то пойдет не так, это твоя гарантия. Здесь есть все про президента, ЦРУ, Марино, 11 сентября и так далее. Это твой пропуск на свободу, Джон. Эта флешка спасет тебе жизнь. Так что храни ее. Спасибо. Удачи. Идем, Джон. Давай на крышу. Да. Да.
прицел? Вот. Возьми ключи. Машина внизу, быстрее. Пошел! Он в отключке. Давай. Выходи, руки за голову. Марк? Папа! Марк, как ты, приятель? Папа! Как видишь, он еще жив. Следующие 30 секунд решат судьбу твоей семьи. Так что попробуй меня убедить. Зачем ты связался с ним? Прайс раньше был моим куратором. Куда мне было идти, если в полицию нельзя? И что он сказал? Что парни на складе были из ЦРУ. Но он не знает, при чем здесь я. Еще. Все, ворвались твои головорезы. Время поджимает, так что придется поверить. Что нашел? Ничего. На компьютере Прайса нет ничего ни про складной нож, ни про Найлза. Ладно, едем дальше. Джон, делай, что скажут и когда скажут. И твоя семья не пострадает. Скоро все кончится. Давай вперед. Хороших снов, Джон. Все готово, Марино? Идем по графику. Продолжаем операцию по плану. Напомнить вам, что стоит на кону, агент. Знаю, знаю, вы меня убьете. Программа слежения – краеугольный камень системы национальной безопасности. Наш президент сейчас готовит противозаконный билль, способный подорвать всю оборонную систему на корню. Вы же понимаете, да? Наш враг уже не обезличенный чужак.
Змеи заползли в наш сад, Марино. Волки у ворот. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить страну. Президенту больше верить нельзя. Не подведи меня. Страна на тебя рассчитывает. Буду на связи. ЦРУ. Операция «Складной нож». Джон, делай, что скажут, и все скоро кончится. Я понял. Роджер, я прочел биль по BT-85. Кажется, все нормально. Я подпишу, как только закончу с этим цирком. Сообщи директору, что все решено. Он не сразу вступит в силу. Постепенный переход всем будет на руку, верно? Мы не хотим резонанса. Спасибо. Печать президента США. Послушай, мы за всем наблюдаем. Ты меня понял, Джонни? Иди на восток по 42-й улице. Поверни на север. Входи в здание. Приближается к цели. Ты готов? Да, сэр. Мы на месте. Ждем вас на позиции «Фокстрот». За что вы так со мной? Иногда большие жертвы необходимы. Со слабым лидером нельзя идти на битву. Нужно устранить его, чтобы выжить. Вам это с рук не сойдет. Подумай, до сих пор неизвестно, действовал ли Освальд в одиночку и вообще он ли стрелял. В конце концов, это не важно. Президент уже мертв. Возьми винтовку. А если я не смогу? Должен, значит, сможешь. Ради твоей семьи советую тебе постараться. Часики тикают, Джон. Нет времени на разговоры. Это наш лучший шанс. Стреляй, Джон! Стреляй, или твой сын пострадает. Пошел ты. Черт возьми, стреляй, Найлз, не будь тряпкой.
нет, сэр. Его нигде не видно. Я проверю периметр. Готово. Президент убит. Я все сделал. Отпустите мою семью. Не ты здесь раздаешь приказы, друг. Понятно? Отпустите мою семью, или я пойду на ближайшую телестанцию и расскажу им, что сделал и почему. Думаешь, тебе поверят после того, что ты совершил? Им придется меня выслушать. Я вам нужен. Отпустите их. Найлз, сейчас не время торговаться. Повесил трубку. Отпустите пацана. Так мы и выманим папашу. Стейт Парк. Через час. Твой сын там. Теперь ищи папу, мелкий. Кто-нибудь видит Найлза? Нет. Ну же, беги! Давай, малыш, покажи, где твой папа. Ну что? Ничего, объекта не видно. Марк, сюда, малыш. К черту, пристрелите ублюдка. Беги сюда. Давай, малыш. Бежим, бежим. Быстрее. Давай. Черт. Я не буду платить 400 за аспирин. 400 за аспирин? $400? Да вы издеваетесь? У меня нет страховки. Почему нет доступной медицины? Зовите заведующего, да хоть президента. Кто-то должен подойти и поговорить со мной, иначе я не уйду. Мэм, я всего лишь интерн. Сейчас подойдет сотрудница регистратуры. У нее обед. Мне нужен врач. Мне нужен врач. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Все будет хорошо, слышишь? Мне нужен врач! Сейчас же! Молодец. Все будет хорошо, да? Папа. Я здесь. Все хорошо. Я буду рядом. Не беспокойтесь, сэр. Я здесь, сынок. Это стандартная процедура в случае огнестрельных ранений. Да. Нужно заполнить отчет, понимаете? Понимаю. Сначала ваши данные, назовите имя. У меня нет времени, ясно? Это политика компании, надо заполнить отчет. Я понимаю, но и вы меня поймите. Здесь мой сын, он ранен, ясно? Сэр, мы вам поможем, обещаю, но сначала отчет. Ладно, хорошо, валяйте. Охрана. Да. Это вас. Меня? Алло. Привет, Джонни. Как там, Марк? Одну секунду.
Друг, это мой отец. Он еще не в курсе. Выйди на пару секунд, ладно? Только побыстрее. Большое спасибо. Да. Джонни. Джонни, ты же знаешь, чем все кончится. Я сделал все, что вы просили. В чем дело? Осторожнее, Джонни, а то охранник нас услышит. Ясно? А это опасно для его здоровья. Ты же не хочешь, чтобы его смерть была на твоей совести? Да. Верно. Я все вижу. Послушай, ты должен сдаться, и твоя семья будет жить. На этом все закончится. Только тронь их, и богом клянусь. Убьешь меня, знаю. Судьбу твоей семьи решаешь ты сам, а не я. Полиция уже в пути, а они не должны тебя арестовать. Теперь выруби охранника и забери его телефон. Хорошо? Да. Будем на связи. Чао. Да, он поправится. Не волнуйся, я все время буду с ним. Она знает. Да. Все будет хорошо, пап. Обещаю. Освальд невиновен. Уэстон, капитан вызывает. Вызывали, капитан? Садись. Твой парень только что попал в список самых разыскиваемых преступников. Как нам сообщают, гражданин Америки Джон Найлс подозревается в покушении на жизнь президента Форда. Предположительно, Найлс, также известный как Стивен Уайт, служил в десантных войсках, а впоследствии в одном из правительственных антитеррористических подразделений. Подробности уточняются. У нас был его телефон. Мы почти взяли его. Все вышло из-под контроля. Каждый коп, каждый отбитый патриот начнет искать этого парня. Вероятность того, что он выживет, упала на 1000%. Ты должен найти его первым. Капитан, за нами будут пристально следить. Плевать, что скажет пресса. Мне нужен этот ублюдок. Это понятно? Живым или мертвым? Мне плевать. Хоть так, хоть так. Так точно, капитан. Убирайся отсюда. Уотерс, ко мне в кабинет! Живо! Садись. Джон Найлс подозревается в покушении на жизнь президента Форда. Предположительно, Найлс, также известный как Стивен Уайт, служил в десантных войсках, а впоследствии в одном из правительственных антитеррористических подразделений. Подробности уточняются. Мы же договорились. Прошу прощения, виноват. Найлс убивает президента, вы убиваете Найлза. Он должен был остаться на той крыше, Марино. Теперь он бог знает где и бог знает, с кем разговаривает. Если он начнет болтать, можно забыть о ЦРУ. На этом все, конец. Мы все исправим. Не будет ни суда, ни следствия. Пары лет в тюрьме не отделаться. Это государственная измена. Разберитесь, Марино, разберитесь. Не оставляйте ему ни единого шанса. Каждый, у кого есть пушка и значок, должен искать этого придурка. Чего вы ждете? Здравствуйте, детектив Уэстон из полиции. Нам нужен начальник охраны.
Освальд невиновен. Позаботьтесь о моем сыне. Им кто-то управляет. Съемное жилье. Ориентировка. Джон Найлз. Марина. Складной нож. Президент. Это твоя гарантия. Здесь есть все про президента, ЦРУ, Марину, 11 сентября и так далее. Это твой пропуск на свободу, Джон. Операция «Складной нож» засекречена. Джон Найлз, риэлтор. Сдается небольшой склад. Засекречено. Информация об агентах. Агент Стивен Уайт. Удалить. Что именно Джон Найлз может прятать в складской ячейке? Полиция Лос-Анджелеса? Соедините со службой безопасности. Секундочку. Агент Томпсон. Алло, я детектив Уэстон. Расследую дело, связанное с подозреваемым в покушении на президента. Чем я могу помочь? Мы установили, что Джон Найлз забрал значительное количество огнестрельного оружия со склада. Как это возможно, когда его разыскивает вся разведка и полиция? Слушайте, вам отправит отчет кто-нибудь, у кого есть время его писать. Но меня сейчас больше интересует, зачем ему столько оружия. В новостях не передавали о состоянии президента, но предполагаю, что он еще жив. А значит, Джон Найлз может попытаться завершить дело. Это засекреченная информация. Благодарю за бдительность, детектив, но президент находится под охраной разведывательных служб и Министерства безопасности. Нам не нужны теории и идеи полицейских. Ясно. Вы правы. Президента уже ранили, так что вы, парни, отлично работаете. Поздравляю. Уроды. Пит слушает. Да, Пит, это Том. Прости, что раньше не перезвонил. Есть информация по жертвам на складе? После взрыва там почти ничего не осталось. Лаборатория еще долго будет собирать останки. Я проверил список имен, но пока ничего не всплыло. Даже штрафы за парковку. Эти парни подозрительно чистые. Проверь по базе ЦРУ. Думаешь, они шпионы? Я не знаю, что думать. Я бы проверил, но у меня нет доступа к базам. Может, нарушишь пару законов, а? Ладно, друг, но будешь должен. Спасибо. Отслеживание местоположения. Местоположение обнаружено. Mission Drive, Лос-Анджелес, Калифорния.
Кто-то должен найти этого Джона Найлза. Сэр. Что, не видишь, я разговариваю? Я его нашел. Я хочу, чтобы он сдох. Вас понял. Давай. Мы его обнаружили. Найлза засекли две уличные камеры. Красота. Наконец, хоть что-то. Дорогая, беги! Через окно, быстрее! Бегом! Жди внизу! Это был смелый ход. Ранил, но не убил. Я просто не в форме. Ерунда. Ты знал, что был второй стрелок. Но ты ничего не выиграл, Джон. Это ничего не меняет. Задача не выполнена. Бежим по пожарной лестнице. Спокойно. Увезите ее. Прошу. Заберите ее, поместите под охрану. Я возьму на себя этого козла. Ладно, шеф, идем. Живо. Крутой парень, да? Джон Найлз, все это ради твоей безопасности. Тебе повезло, что тебе не выстрелили в спину. Ты знаешь, как испортить день, Джон. Я говорил с судмедэкспертами, на отчет о твоих подвигах уйдет не меньше года. Если им нужны ответы, они их найдут. Правда на поверхности. Я просто привлек к ней внимание, чтобы ее не скрыли. Очень интересная теория, но можно предположить, что выстрелив президента, ты объявил войну ЦРУ. Моя семья жива, это главное. Вы должны взять их под защиту. И Марка в больнице тоже. Понимаете? Я уже отправил своих людей в больницу, но сомневаюсь, что ты сможешь выкрутиться после такого. Врач сказал, твоему сыну сделали операцию. Он поправится. Спасибо. Спецотряд 3421. Из Белого дома сообщают, что состояние президента стабилизировано. Всем свободным патрулям направляться в больницу. Так он не умер? Нет, не умер. Я солдат, а не убийца. Ему повезло, что на крыше был я. Иначе он был бы мертв. Доказать это непросто. Да. Посмотрите у меня в кармане. Вдруг это поможет. Я работал на разведку. Операция «Складной нож» засекречена. Убийство президента. Спустим всех собак на этого Найлза. Устраним его и продолжим. Президент не должен жить.
Послушайте, что-то не так. Дорожные работы. Асфальт меняют. Успокойся. Говорю вам, это подстава. Привет, ребята. Полиция, пропустите нас. Эй, дайте проехать. Уэстон! 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 Эй! Уэстон! Наконец-то. Эй, меня подстрелили. На вас бронежилет. Все равно больно. Зря я не пошел в ФБР. У них броники лучше. Значит, вы мне поверили. Они хотят взять тебя живым, Джон. Что будешь делать? Поеду в больницу, спасу сына. Не дам убить президента. План такой. Не забудь заодно прикончить каждого из этих ублюдков. Есть одна проблемка. Мое фото во всех новостях. Через главный вход не пройдешь. Понял, разберусь. Майк. Твой родственник еще работает пожарным. Уэстон, нам только что сообщили из службы безопасности. Президента перевезут сегодня. Это их последний шанс. Едва президент поднимется на борт номер один и отправится в Вашингтон, он неуязвим. Черт, они должны добраться до него, пока он еще в больнице. Нет. На этаже столько охраны, что туда не зайти. Заходите не нужно. В смысле? Достаточно подойти поближе. На каком он этаже? Там же, где твой сын. Черт, надо торопиться. Забирайся, подними ноги. Погодите. Осторожно. Бери за ноги. Готов? Извините. Я детектив Уэстон из полиции. У нас заключенный. Его надо обследовать прежде, чем вести в тюрьму. Не поможете? Прошу за мной. Вот так. Пока положим его в эту палату. Я скажу доктору, он сразу подойдет. Все, вставай, вставай. Мэм, позвольте пройти. Президент, этажом выше идем. Пригнитесь.
Пошли. Черт! Пожарная сигнализация, мы здесь застрянем. Разделимся, надо найти другой выход с этажа. Да, сэр, так точно. Идем, идем. Черт, сигнализация. Иди к лестнице, быстрее. Это Томпсон, охрана президента. Сработала сигнализация. Нужно подкрепление в палате и на этаже. Еще 5 агентов. На лестнице чисто. Коридора. Идем. Вызываю подкрепление. Служба спасения. Я детектив Уэстон из полиции. На нас напали. Мы в больнице Святой Розы. Пришлите всех, кого можете. Всех агентов считать противниками. Черт. Черт. К черту, ждем подкрепления. А они не ждут. Я должен попасть к президенту первым. Уверен? Я уверен в одном. Если не поспешим, нам конец. Со стороны может показаться, что это мы прорываемся с боем. Ты не умеешь успокаивать, Джонни. Как вы? В меня сегодня дважды стреляли, Джонни. Иди в задницу. Жить будете. Чего ты ждешь? Останови этого ублюдка. Черт. Засранец. Назад, Джонни. Вот так. Стой на месте, друг. Сигнализация – хорошая идея. Я не ожидал. Но теперь мы с тобой одни. Это детонатор. В твоей машине хватит взрывчатки, чтобы взорвать здесь все к чертям. Процитировать тебе завтрашние заголовки. Валяй. После неудачной попытки покушения на президента, Джон Найлз лишил жизни нескольких агентов ЦРУ и службы безопасности, а также местных полицейских. Затем Найлз, отчаявшись, отправился в больницу, намереваясь убить себя, своего сына и президента Америки. Террорист-смертник? Это ваш план Б? Иногда большие жертвы необходимы. И знаешь что? Ты останешься пешкой. А я умру героем. Месяц спустя. Сейчас. Получилось? Эй, ты что делаешь, приятель? О, я смотрю, у нас тут Пикассо завелся. Покажи. Папа надрал злодеям зад. Точно, папа надрал злодеям зад. Здорово. Что ты сказал? Папа надрал злодеям зад. Да. Ого, он точно твой сын. Нет-нет, он плод твоих чресл. Это точно. Знаешь, что мы сделаем? Возьмем эти два рисунка с папой и злодеями. Да. И повесим их на самое видное место. А вот этот повесим на холодильник. Нет, на холодильник лучше этот. На видное место. Да, ладно.
Так, сейчас я их у тебя заберу и повешу на холодильник. Молодец, приятель. Отличная работа. Да. Да, Прайс. Включи 7-й канал. 7-й? Ладно. Доброе утро, Америка. Сегодня мы отдадим должное двум мужчинам, проявившим небывалую силу воли и выдающееся мужество. Их готовность рискнуть своей безопасностью и даже жизнью, чтобы спасти лично меня и сотни американцев, предотвратить террористический акт на американской земле, не перестает восхищать. А Уэстон у нас фотогеничный. Ему досталась вся слава. Но кто же даст тебе медаль за выстрел в президента? И потом, вы отлично сработались. Кстати, лишь трое в мире могли бы сделать тот выстрел. Президенту повезло, что это был я. Мог бы и дать мне медаль. Покушаться на него тот еще геморрой. Да. Еще не скучно на гражданке? О, нет. Совсем не скучно. Кажется, для тебя есть кое-что интересное. Дай догадаюсь. Слава достанется другому. Естественно. Обещай хотя бы подумать. Ну ладно. И на том спасибо. Ладно. Я перезвоню. Отлично. Красота. Мне нравится, как папа убивает злодеев. Я представляю гражданам Америки капитана Джейка Барлоу и детектива Томаса Уэстона, настоящих американцев. Спасибо, господин президент. Это мой долг. Спасибо, господин президент. Спасибо, сэр. Мы рады, что оказались в нужное время в нужном месте и смогли защитить вас, господин президент, и весь народ. Голосуйте за меня на выборах мэра в 2016-м. Спасибо, господин президент. Ну вот, на этом все, дамы и господа. Благодарю за внимание. Боже, храни всех вас и храни Америку. Списанный в резерв. Режиссер Тимоти Вудвард-младший. В главных ролях Джонни Месснер, Винни Джонс, Эстелла Уоррен, Майкл Паре, и Джеймс Риммор. Автор сценария Шон Райан. Продюсеры Лорен де Норманди, Майкл Лонг и Джофф Браун.
Фильм переведен и озвучен специально по заказу Creative Arts Media.